Жители селения Захитма Гарамкентского района долгое время мечтали обрабатывать собственные поля. Спустя несколько месяцев представители правительства Дагестана согласились и выделили им 180 гектаров. По словам министра земельных и имущественных отношений региона Заура Эминова, это даст новые возможности для жителей населенного пункта. Одна из задач, которую определил Сергей Валерьевич Меликов, глава Республики Дагестан, в своем послании Народному собранию, это решение вопроса землепользования населенных пунктов, расположенных на землях отгонного животноводства. Ну, классический пример – селение Захит, территориально расположен в границах Магарамкентского района, проживают в основном переселенцы из Хивского района. Само село было образовано и придан статус еще в 86-м году прошлого века. В селении Захит на сегодняшний день проживает около 1500 человек. Имеется 325 хозяйств, школа, детский сад, ФАП. Однако, несмотря на это, была проблема пространственного и социально-экономического развития, так как при создании населенного пункта земли не были переданы. Село расположено на землях отгонного животноводства, находящейся республиканской собственности. И сегодня, реализуя план республиканский по реализации послания главы Республики Дагестан, как я уже сказал. Я думаю, что принцип законности восторжествовал. Кроме того, восторжествовал принцип здравого смысла. Принято решение правительством Республики Дагестан о передаче этому селу земель площадью без малого 200 гектаров. Вы знаете, это большая, я считаю, кропотливая и в то же время работа, которая проведена правительством Республики Дагестан. И это государственная позиция как глав Магарамкентского района, так и глав Хивского района, которые провели большую работу для того, чтобы это историческое событие свершилось. Благодаря передаче земли в собственность села жители смогут обрабатывать свои поля. Это поможет повысить урожайность и создать новые рабочие места. Хочется, конечно, сразу поблагодарить и главу Республики Дагестан Сергея Ивановича Меликова, и правительство Республики Дагестан за принятое решение, потому что этот вопрос уже давно назрел, очень много обращений было по этому поводу, потому что село развивающееся, вы сами можете убедиться, потому что строится, молодых семей очень много, значит, такого, чтобы уезжали с этого села нету, труженики хотят работать на земле, но, конечно, вот мешало то, что не могли определиться с правообладанием этого земельного участка, привести в соответствие, поэтому вот это решение очень такое своевременное, надеюсь, это послужит для того, что это село будет развиваться и расширяться. В рамках рабочего выезда по поручению главы региона Сергея Меликова Заур Эминов провел прием граждан. Жители рассказали министру о своих проблемах, а также обсуждались вопросы о включении земельного участка в генеральный план селения Мугерган для участников СВО, передаче федеральных земель и многое другое. Все озвученные вопросы взяты на контроль министерства. И в ближайшее время, по словам представителей ведомства, по каждому из них будут приняты соответствующие решения.